Да, мы не знакомы, просто вот твой номерочек дали, сказали, можно позвонить, пообщаться. Для чего? Ну, какие-то определенные цели есть. Вот я что и звоню, поинтересоваться, так ли это. Скажите, что вам надо. Вот вы, во-первых, позвонили, не представились. Ну, я хочу сохранить анонимность просто. Вот поэтому не представляюсь. Интересует просто. Что? Хотите сохранить анонимность? Но перед тем, как человек звонит кому-то, он представляет. Это как минимум. Ну, вы занимаетесь какой-нибудь сферой деятельности? Вот я имею в виду в плане там телефонных разговоров, встреч, еще чем-то. Я говорю, вы занимаетесь какой-то такой сферой деятельности в плане там встреч и прочее? Может быть, не вы, Вы может меня быть. сейчас аккуратно путаной назвали? Нет, я не вас называю, я просто интересуюсь. Просто вот ваш номерочек дали, сказали, что вот можно. Молодой человек, пожалуйста, не звоните сюда больше, чтобы я, так скажем, не нагрузила вам. Я не люблю грубить. Что, я не по адресу? Дайте, пожалуйста, сюда. Я не по адресу, вы хотите сказать? То есть Сука, не по адресу. не по адресу, блядь.